В Армавире в этом году зарегистрировано 152 факта нарушения закона номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. Федеральный законодатель предоставил право субъектам Российской Федерации предусматривать меры, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе нахождение их в общественных местах без сопровождения законных представителей. С 2008 года в Краснодарском крае активно реализуется, в том числе в городе Армавире, закон Краснодарского края 1539 КЗ о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В городе сформированы рейдовые группы, которые контролируют появление детей и подростков на улицах и в общественных местах в неположенное время. В 2023 году в Армавире положение законодательного акта нарушили 38 школьников и 84 учащихся техникумов. Органами профилактики проводятся рейдовые мероприятия по городу. Начинаются они с 21 часа, поскольку есть ограничения для детей до 16 лет. И продолжаются, ну, в течение нескольких часов. К сожалению, выявляются несовершеннолетние, которые находятся без сопровождения законных представителей. Задача закона 1539 – повысить ответственность родителей за безопасность детей и объединить усилия общественности в этом направлении. Следует отметить, что главная цель закона – защитить детей от различных возможных опасностей. Какая опасность существует? Ребенок, который находится без законного представителя, может стать жертвой преступления. Также он может совершать преступление, находясь без контроля родителей и других законных представителей. Это, допустим, могут быть опекуны, попечители. В Армавире в этом году один из подростков ночью ушел из дома и распивал спиртные напитки в плохой компании. Такой досуг закончился тем, что 17-летний юноша стал участником драки. Он совершил преступление и травмировал мужчину. В этом случае нарушение закона 1539 повлечет за собой серьезные последствия. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».